Волейболистки нижегородской «Спарты» после гостевого поражения от краснодарского «Динамо» вернулись домой, чтобы сыграть со своими давними знакомыми – волейбольным клубом «Тулица». Гости и площадки 7 матчей Суперлиги не могли победить, поэтому ехали в Нижний Новгород с настроем на победу. К тому же в составе тульчанок играет хорошо знакомая болельщикам «Спарты» Анастасия Азанова. Серия поражений у нас колоссально огромная. Это вообще нельзя, в принципе, допускать такого. Но да, мы ехали с боевым настроем, и мы ехали только побеждать и выигрывать, бороться, грызть Терафлекс. Мы больше ни на что другое не настраивались. Мы прекрасно понимали, что команда «Спарта», она очень хорошая, бойкая, цепкая, что игру просто так нам никто не отдаст. Поэтому мы настраивались только на борьбу и только на победу. Да и в составе «Спартанок» играют бывшие волейболистки «Тулицы» Алина Подскальная и Жанна Коськова. У них тоже был особый настрой на игру. Правда, первые две партии «Спарта» будто спит. 15-25 и 20-25. Нижегородки уступают. Всегда настраиваем все очень хорошо. И просто в какой-то момент перегораем. Мне кажется, не знаю даже из-за чего. И, конечно, эмоции берут верх, что расстраиваемся в концовках, и уже просто игра идет на спад. В третьей же партии «Спартанки» просыпаются и отыгрываются в счете, но из-за своих же ошибок позволяют «Тулице» сравняться. С трудом нижегородки забирают третью партию 26-24. В начале четвертой «Спартанки» поверили в себя, что смогут вытащить эту игру. «Тулица», напротив, собралась и весь эмоциональный заряд вложила в четвертую партию и забрала ее 16-25. По итогу встречи «Спартанки» уступают 1-3. Второе поражение волейболисток Слободана Радивоевича. Несколько раз подряд хорошо, и 6 блоков было. Вот насчет этого, насчет хорошей подачи, сделали 6 блоков и выиграли вот это партию. Да. А потом, да, вот четвертая партия без блока. Единственная партия, которая была без блока со своим. Выводы надо сделать, и надо дальше идти. А дальше у «Спартанок» возможен двухнедельный перерыв. Игра, которая должна состояться 28 ноября против «Ленинградки», возможно, перенесется на другую дату из-за того, что волейболистки из Санкт-Петербурга сейчас находятся на карантине. Так что время, чтобы исправить свои ошибки, у «Спарты» есть. Артемий Катков, Ренат Бикбаев. Время новостей.